феврале 2015 года. Похудеть. Я думаю, что у многих женщин есть такая цель. У кого есть? Помашите ручками. Вот, замечательно. И у меня в прошлом году, в феврале, была такая цель. 10 килограммов лишних. Откуда взялись, сама не заметила. Ну, думаю, наш коктейль нам в помощь. И знаете, за полтора месяца, ну, где-то 3-4 килограмма ушло, и все. Опять не хватило знаний по здоровому образу жизни. Тут нам предложили сертифицировать ИСПО на Wellness Life. И, конечно же, нужно было учиться. Мы прошли обучение, а тут уникальная возможность. В городе Зарайске проходила встреча с Ольгой Николаевной Григорян. И вот эта встреча перевернула все в моей голове. И теперь вера в продукт, подкрепленная научными знаниями, подвигла меня на то, что вес ушел буквально за 2 месяца. И в августе месяце, вот она цель, ура, минус 10 килограммов. Это было в прошлом году. Вы знаете, уже прошло больше года, ни одного лишнего килограмма у меня не появилось. Конечно же, такой опыт нельзя было потерять. Как донести информацию про wellness людям? Были варианты. Сходить в гости и рассказать. Кто таким пользуется вариантом, рассказывает. Замечательно. Дать каталог, пусть почитают. Поделиться ссылкой на сайт, пусть сами поизучают. Или пригласить в клуб, где они все попробуют, на себя примерят, все изучат вместе с нами, получат квалифицированную консультацию. Легко сказать, пригласить в клуб. У кого такие мысли есть? Вот у меня были в прошлом году. Легко сказать. Но мы всегда начинаем, как истинные лидеры, с себя. Мы знаем, что все наши удачи и неудачи, успехи и неуспехи – это все в нашей голове. Согласны со мной? Согласны. И когда мы начинаем новое дело, то, конечно же, сомнения у нас были. Но когда ты отвечаешь на вопрос, зачем тебе это нужно, полдела уже сделано. Мы обучались, мы придумали систему, мы приняли решение, мы стали действовать. И мы в сентябре прошлого года открыли клуб «Леди Фэмилис». Личные примеры веры привели нас к тому, что у нас клуб заработал. Принципом этого клуба было красота снаружи и изнутри. А девизом «Измени себя за 90 дней». И вот прошло 2 каталога. В нашем клубе 21 человек. Результат по клубу только на wellness-баллах 2255 wellness-баллов. И как итогом стало то, что мы в этом году еще, в январе месяце, первый каталог, мы признаны лучшими по wellness, по товарообороту. Поэтому компания нас выделила, заметила, поощрила. Но мы на этом тоже не остановились. Дело в том, что у нас был очень маленький офис. Для того, чтобы люди могли комфортно к нам приходить, и чтобы мы с гордостью рассказывали про wellness в чистом, большом, красивом помещении, мы, что называется, подали заявку на участие конкурс на VIP-СПО. Мы выиграли эту заявку. У нас есть VIP-СПО. Но одновременно с этим мы еще подали и другую заявку на конкурс по wellness, где главным призом была поездка в Огилесу. Я давно туда хотела попасть. Я мечтала об этой встрече. Я слышала о том, что есть экскурсии туда. Но оказывается, сейчас только через такие конкурсы можно попасть в Огилесу. Просто так заказать экскурсию и поехать к Стикстену в гости, сейчас уже нет такой возможности. Поэтому участвуйте в таких конкурсах. Это единственная возможность побывать у Стикстена. Конечно же, я думала, что я буду победительницей, но когда мне позвонили с компании и сказали, что 12 человек отобрали для этой поездки, и я одна из них, вы знаете, это было как Оскар получить. Это была мечта, которая была реализована. Что же я получила от этой поездки? Помните, 12 человек из России, и я девушка, из глухой-глухой деревни, из-под Абакана, Сибирь, Красноярский край,
Я представляла такой огромный регион, как Москва-Сити, там, в Эгилёсе, в Швеции. Что я получила от этой поездки? Массу впечатлений, конечно. Невероятную теплоту и энергию от всей команды Стикстена. Вы не представляете, что это за люди. Такой душевной теплоты я не видела нигде, как там. И сам Стикстен. Это люди вообще с большой буквы, главным смыслом жизни которых является служение. Вот на самом деле слово «служение» для них главное. Меня потрясла история жизни Стикстена. И пришло осознание, почему Стикстен и основатели нашей компании «Братья Афьёвники» – друзья. Потому что невозможно сотрудничать в таком деле, как помощь людям, не имея общей философии и общих взглядов на жизнь. И это на самом деле так. А философия в Эгилёсе в каждом действии, в каждом изобретении. Я думаю, что вы все хорошо знаете нашу омегу-3. Я думаю, что вы многие ее даже принимаете. Я думаю, что многие даже изучили ее состав и как она производится. Вы все знаете, что делают ее из целой рыбки, да, а не из печени, из целой тушки. Вы все знаете, что оболочка тоже делается из рыбьего желатина. Все знают. Замечательно. А почему? Кто-нибудь задумывался об этом? Ученые Гелёсы против того, чтобы для производства капсулы омеги-3 убивали и рыбку, и корову. Только рыбку одну. Коров жалеем, и свиней тоже жалеем. Но это только мы, а в других компаниях по-другому. Ученые решили, что надо сделать так, чтобы все люди могли принимать нашу омегу вне зависимости от религии и убеждений. Если корове будет желатин, индусы не смогут. Если свиной, то, сами понимаете, евреи и другие национальности, а также не могут постящиеся принимать. Представляете, в какой компании мы работаем? Вот вам и философия. Принимая одну омегу-3, за ней стоит целая философия. Еще раз я убедилась в Эгилёсе, что я работаю в нужной компании, где заботятся о любом человеке, о его комфорте, о его удобстве. И что все продукты Wellness уникальны, даже в плане производства. Нам показывали, как это делать. Это космический. Вообще, это космос. Как делается наш Wellness-коктейль и вообще наш Wellness? И, конечно, тот опыт, который нам дала команда Стикстена, он неоценим. Живое общение, вот эти вот обнимашки, вот это каждый день мы проводили вместе с ними, мы обедали, завтракали, ужины практически вместе с ними. Это не оценить вообще. И я для себя там открыла одну интересную традицию, которую хочу с вами поделиться. Я думаю, что многим эта традиция шведов поможет быть здоровыми. Вы видите, здесь замечательный салат. Видите, рядом вилочка лежит. Вот такие салаты нам подавали перед основным приемом пищи. И неважно, где мы находились, в Эгилёсе, в ресторане, в кафе, то есть везде, где мы кушали, в Швеции. Для чего это делается? Посмотрите, здесь листья салата, здесь яблочко, там малинка вкусная, чего там только нет. То есть эти продукты есть и на нашем столе, и в наших холодильниках. Но это подается перед основным приемом пищи. С той целью, что когда мы это пережевываем, видите, крупненько нарезано, у нас образуется много слюны. А слюна – это наш иммунитет. И насыщение желудка происходит. То есть потом мы уже не съедим большой тазик там супчика или чего-то, макарончиков. Поэтому шведы живут, посмотрите нашу книгу красоты, средняя продолжительность жизни – 80 лет. И мы специально с девочками искали полного шведа. Вы знаете, не нашли. Они все подтянутые, все моложавые, все красивые. Давайте мы такими будем. Возьмем эту традицию за основу. Понравилась традиция? Видите, как легко быть здоровыми. Кушаем салатики и стройные, и здоровые. И сегодня я хочу вам рассказать про как приготовить себе легкий и правильный обед из доступных продуктов. Этот салат понравится и мужу, и детям, и поможет ввести в семейный рацион продукты полезные. Салат называется римский. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Нам потребуется для этого салата отварная грудка куриная, помидоры черри, перепелиные яйца, руккола. А руккола теперь понимаете для чего, да? Салатик жуем долго-долго-долго, здоровье, фигурка, да?
Так, оливковое масло и кедровые орешки. Такой салат богат не только витаминами и минералами, но он еще и поможет нам сохранить стройность фигуры. Лишних калорий не будет, а муж будет доволен. Кстати, в книге красоты очень много интересных вещей про wellness и про то, как их применять. Вот если бы вы сейчас открыли страницу 56-ю, там есть статья интересная. Почему не уходит вес? И одна из причин – это нехватка углеводов. Мы их так все боимся. Почитайте внимательно, что там за углеводы такие полезные есть в нашей книге красоты. И вообще книга красоты – это отличный источник для информации, где даются ценные советы, и, конечно же, мы это все можем использовать в своей работе. А теперь внимание на экран.